На участке протяженностью более 700 метров дорожники уже сняли изношенный слой асфальта и устранили просадки полотна. Работы ведутся в любую погоду. Сейчас специалисты приступили к укладке верхнего слоя из асфальтобетона. Заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Кулик и глава центрального района Инна Казанкова сообщили мэру о том, что еще планируется сделать. В рамках ремонта мы полностью обновим все обустройство, знаки, разметка и придем в соответствие подходы к пешеходным переходам для, согласно нормативов для маломобильных групп населения. Фадеева мы ремонтируем, Ломоносова, Рахманина уже заканчивают они. И вот улица Первомайская, самый центр. На участке ограничили парковку транспорта, чтобы машины не мешали дорожным работам. Глава Сочи Алексей Копайгородский пообщался с местными жителями и поинтересовался, что они думают о качестве ремонта дороги. Как вам, какие-то нарекания есть? Нет, все замечательно. Работа проводится просто в кратчайшие сроки. Ну, пока строители здесь, дорожники, если там какие-то элементы, въезды во двора, что-то там по мелочи, посмотрите, чтобы они скорректировали.